мне уже не терпится съесть фруктовый лед. Он будет очень вкусным. Конечно, Жозе. Теперь положим в холодильник и чуток подождем. Я очень терпеливый. Как долго нужно ждать? Недолго. О, нет, слишком долго. Я съем сейчас. Ой-ой-ой, я всего лишь хотел съесть фруктовый лед. Жозе, нужно время, чтобы получился лед. Я знаю, что делать. Нам нужно еще больше холода. Сейчас я прибавлю еще холода. Вот так лучше. Закрой дверцу, Жозе. Нет, так прохладно. Хочу освежиться. Жозе, что это такое? Ты превратился в ледышку. О, нет. Что теперь делать? Как мне теперь съесть фруктовый лед? Не время беспокоиться о нем. Пойдем что-нибудь придумаем. Тебе теплее? Нет, мне очень щекотно. Ай-яй-яй, вызвали меня скорее. Тише, Жозе, сделаю кое-что другое. На этот раз получится. Соль. Зачем ты сыпешь на меня соль? По-твоему, я картофель фри? Нет, Жозе, соль растворяет лед. Серьезно? Да, теперь подождем. Не получилось. Так ты простудишься. Мы должны разбить этот лед. Нет, это долго. Я лучше побуду замороженным. Иди сюда, Жозе. О, нет, я фруктовый лед. Тише, Жозе, ты должен быть терпеливым. Мы с тобой найдем решение. Дома очень холодно, а на улице жарко. Пожалуйста, открой дверь. Я пошел наружу. Теперь подожду. Ура! Вот он и растаял, наконец. Ух ты! Здесь очень жарко. Пойду в холодильник. Жозе, не начинай. Я ходил за фруктовым льдом.